Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.нет, страница 71, задание на полях. В этом задании мы должны сравнить. Давайте сравним, какие фигуры у нас есть на первой полосе и на второй. На первой полосе два зеленых круга, на втором тоже. На первой полосе один красный треугольник, на второй тоже. На первой полосе два синих треугольника, на второй тоже. Но расположены эти фигуры по-разному. На первой полосе сначала два зеленых круга. На второй полосе зеленый круг идет вторым и пятым. Третий на первой полосе красный треугольник. На второй полосе тоже красный треугольник, третий. Дальше четвертым на первой полосе идет синий квадрат. На второй полосе тоже. И последним на первой полосе идет синий квадрат. А на второй полосе зеленый круг. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.